Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Asus Zenfone Ultra 11 Ultra. И сейчас я покажу вам, как включить и настроить ночной режим. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь ночной режим. Если его здесь нет, мы нажимаем на три точки в правом верхнем углу и выбираем «Изменить ячейки». Ищем ночной режим уже тут. Находим, нажимаем на плюсик, нажимаем «Готово». И теперь мы, нажимая на него, можем его включать и выключать. Зажимая на нем пальчик, можем перейти в настройки. А сейчас, если мы нажимаем на него первый раз, нас сразу перекидывает в настройки. Здесь мы можем одновременно с ним включить функцию «Не беспокоить». Нажимаем «Далее». Можем настроить расписание. Нажимаем «Готово». «Разрешить». Дальше можем настроить экран в режиме сна, то есть можем включить оттенки серого, либо выключить темный экран в ночном режиме, уменьшение яркости обоев и темную тему. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.